закрытие сезона 2024 года Академии футбольного клуба «Родина». Громкие аплодисменты! 24-й год основным событием для нас сделал вступление в юношескую футбольную лигу. Все делаем, чтобы только двигаться вперед. Давайте начнем. Хотел бы поблагодарить, руководство клуба, высокое руководство клуба, который не ставит нам задачи смотреть на результаты. Результат он приходит само собой. Мы правильно развиваемся, и цель абсолютно нашей академии – это только развитие каждого футболиста. Я еще раз поздравляю вас с окончанием сезона, это раз. Во-вторых, поздравляю вас с окончанием Академии. Вы будете с теплотой вспоминать команду, вы будете с теплотой вспоминать эти годы. Спасибо вам, ребят. Спасибо за сезон.